Дорогие друзья, добрый день. Я очень рада приветствовать вас. И мы сегодня встречаемся в прекрасный день. У нас сегодня большой информационный повод. Международный день щитовидной железы. И я, Екатерина Головкова, официальный представитель Роспотребнадзора и информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», приветствую вас. И у нас сегодня в гостях наш большой партнер, наш большой друг, не побоюсь этого слова, да, то есть представитель Центра эндокринологии, но если брать полное название, заместитель директора Института клинической эндокринологии. Так, что-то начинаю опять путаться. Заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России, вот так, директор
Института клинической эндокринологии Центра, врач-эндокринолог, член-корреспондент РАН, профессор Екатерина Анатольевна Трошина. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Анатольевна, у вас такое огромное название, что, знаете, я коротко, мы привыкли называть ЭНС, да, там, Центр эндокринологии, но если вот так вот широко, то, конечно, это выдает прям, знаете, все регалии, весь статус, который вы абсолютно заслуженно, да, то есть вот тавтология такая, заслуженно заслуживаете, но тем не менее, да, то есть если коротко, то я, с вашего позволения, буду вас называть или ЭНСом, или Центром, чтобы каждый раз не повторять такую длинную тираду. Безусловно, я очень рада, да, начать наш сегодняшний разговор. Да. И вы знаете, мы тоже в нашем Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии, который, да, вот совсем недавно получил еще очень высокий статус, статус государственного научного центра. Ух ты! Да, несмотря на вот эти вот все регалии, очень важные, очень почетные, очень ответственные, мы тоже привыкли называть себя ЭНС, да, эндокринологический научный центр. И вот в этом вот слове эндокринология, да, в нем, по сути дела, гармонизировано и содержится то огромное количество вопросов, проблем, заболеваний, о которых мы будем говорить в том числе и сегодня. Поэтому, да, конечно, эндокринология, несмотря на то, что наука, да, сравнительно молодая, относительно молодая, она очень прогрессивная. И заболевания наши, они распространенные заболевания. Ну, к сожалению, да, просто мы, чтобы мы-то между собой понимаем, но то, чтобы также, чтобы наши зрители понимали, что у ЭНСа, который мы между собой так коротко называем, да, есть огромный статус Национального исследовательского института, который предполагает, и, соответственно, именно которому вы соответствуете, то, что эндокринология представлена здесь в абсолютно полной мере, то есть то, что принято называть 360, что позволяет пациентам, да, то есть проходить здесь и обследование, и лечение с любыми вопросами, которые, да, касаются эндокринологии. Безусловно. И поэтому в состав Национального центра эндокринологии входит несколько институтов. И каждый из этих институтов имеет свою задачу и оказывает медицинскую помощь пациентам с определенными заболеваниями эндокринной системы. Например, да, в составе нашего центра есть Институт сахарного диабета. Здесь название говорит само за себя. Да, да. Сахарный диабет – важнейшее социально значимое заболевание. Диабет, к сожалению, его осложнения, да, и так далее, и так далее. И сейчас на острие угла стоит принятие федеральной программы по лечению, профилактике сахарного диабета. Это крайне важно. Как вы уже сказали, Институт клинической эндокринологии – это вот тот институт, который я представляю. Мы занимаемся проблемами щитовидной железы, мы занимаемся вопросами ожирения и метаболических расстройств. Безусловно, в сферу деятельности нашего института входят все заболевания гипоталамо-гипофизарной системы, то есть опухоли гипофиза, опухоли надпочечников, артериальная гипертензия, связанная с эндокринными проблемами, это все прерогатива Института клинической эндокринологии, и ряд редких эндокринных заболеваний тоже это вот наша тема. У нас в составе НМИЦ эндокринологии, безусловно, есть Институт детской эндокринологии. И весь спектр проблем эндокринологических, которые касаются детей, да, этот институт курирует. И, да, потом вот эта вот преемственность от детства к взрослым, она очень четко прослеживается в нашем учреждении. Это является такой очень хорошей, правильной традицией, с одной стороны, а с другой стороны, позволяет нам на протяжении жизни человека следить, как он растет, как он развивается, как на различных этапах ведет себя его заболевание, на различных этапах жизни. Ну и опять же, возможность корректировать все это. Безусловно, корректировка лечения, помощь этому человеку. Да.
У нас есть институт персонализированной эндокринологии. А это что значит? Это институт, который нацелен больше вот на такую научную составляющую. И самые современные методы генетических исследований, да, разного рода лабораторной диагностики, они применимы, по сути, к любой патологии эндокринной системы. И этот институт этим занимается. Есть институт, который занимается репродуктивным здоровьем мужчин, да, и женщин. Да. У нас как раз поэтому... крайний вот эфир был непосредственно с директором этого поэтому института. У нас, да, у нас есть и гинекологи, и урологи, и андрологи. У нас есть специалисты по вспомогательным репродуктивным технологиям. И на протяжении уже многих лет мы помогаем людям бесплодным, да, которые, к сожалению, с этой проблемой столкнулись, стать счастливыми родителями. И очень часто мы видим, что причиной для того, что ребенок никак не заводится, могут быть эндокринные расстройства. Да, эти проблемы тоже здесь решаются. Поэтому да, вот эти вот институты в составе Национального центра эндокринологии, они существуют, но они все очень тесно взаимосвязаны, взаимодействуют, работают. У нас отдел хирургической эндокринологии, да, и абсолютно весь спектр хирургической помощи пациентам с эндокринными заболеваниями в этих стенах оказывается, от нейрохирургических вмешательств, нейрохирурги, которые оперируют пациентов с опухолями гипофиза, mm-hmm, и так далее, и так далее. Хирурги, которые оперируют при всех абсолютно заболеваниях щитовидной и околощитовидных желез. Это хирурги, оперирующие опухоли надпочечников, те, которые лечат хирургическим путем ожирения. Ну и, конечно, у нас есть еще и институт онкоэндокринологии, потому что опухоли эндокринных органов, да, они, к сожалению, встречаются достаточно часто, и здесь есть своя специфика и в лечении, и в диагностике, в том числе с применением современных методик тераностики, когда мы сочетаем вместе и диагностику, и лечение одномоментно. Плюс мы имеем очень хорошую базу для проведения радиойодтерапии, в принципе, радиационных методов обследования, диагностических и так далее, и так далее. То есть все это есть в составе НМИЦ эндокринологии. У нас есть интервенционная кардиология. Это тоже очень важно, потому что абсолютно любое заболевание эндокринной системы может иметь осложнения. И в первую очередь, каких мы осложнений боимся? Мы боимся осложнений жизнеугрожающих. А чаще всего это катастрофы со стороны сердечно-сосудистой системы. Мы их видим и при сахарном диабете, и при, например, гормонально активных образованиях надпочечников и так далее, и так далее. Поэтому помощь наших специалистов, кардиологов, которые могут не только проконсультировать, но и прооперировать, и, по сути, спасти жизнь, да, либо спасти конечность, например, для пациента с сахарным диабетом. Конечно. Это крайне важная проблема. Все это здесь налажено и функционирует. Екатерина Анатольевна, спасибо большое за то, что вы так комплексно представили, да, то есть вот это большое, громкое название Национальный исследовательский, да, центр, да, чтобы нашим слушателям было понятно, о чем мы говорим и почему, собственно, мы с вами, то, что называется, имеем право заявлять определенные вещи. Но я хотела бы вернуться, да, к нашему Международному дню щитовидной железы. Uh-huh. И, с вашего позволения, буду задавать вопросы и от себя, и у нас огромное количество, вот я вам распечатала и себе распечатала вопросов, которые поступили, соответственно, нам от наших и читателей, и зрителей. Да, то есть, и знаете, вот если как такой первый наводящий вопрос, огромное количество людей спрашивают, правда ли, что щитовидная железа является таким основным органом, который контролирует в оркестре как дирижер всеми гормонами, и от которого зависит состояние человека, как, то есть его гормональный фон, его настроение, его активность, его усталость, его возможность к репродукции, да, к зачатию ребенка.
так ли это, или это не так, потому что все работает в комплексе, и об этом как раз вы только что сказали, да, то есть как все ваши институты представлены здесь. Если можно, объясните, пожалуйста, вообще роль щитовидной железы, что от нее зависит, как нужно проверять, на что обращать внимание. Ну, вы знаете, щитовидная железа, да, вот мы, эндокринологи, когда мы говорим, в принципе, о гормонах, да, вот таким дирижером мы называем все-таки гипофиз. Вообще в эндокринной системе, в ее устройстве, все организовано таким образом, что все подчиняется так называемому принципу обратной связи. Гипофиз, да, как дирижер, посылает определенные сигналы. Гипофиз, давайте объясним. Это мозг. Орган, да, который находится в составе головного мозга человека и является эндокринной железой. Да, что такое, в принципе, эндокринная железа? Это та железа, которая вырабатывает в кровь гормоны. Да? То есть это... По-другому эндокринные железы называют железами внутренней секреции. Все то, что они вырабатывают, да, идет внутрь, идет в кровоток. И гипофиз, вырабатывая свои гормоны, нацелен на то, чтобы заставить определенные эндокринные органы-мишени правильно функционировать. Поэтому гипофиз – дирижер. Но вот один из органов эндокринной системы – это щитовидная железа. Щитовидная железа расположена, да, на шее. Она называется щитовидной, потому что она находится под щитовидным хрящом гортани. Да, то, что вот у мужчин, например, называют кадыком. Да? Вот этот вот хрящ, он как щит защищает то, этот внутри, орган. Да. Поэтому органы назвали щитовидная железа вот это вот. Но мы, эндокринологи, да, называем щитовидную железу важным маленьким органом с огромным значением, по сути, щитом на пути очень многих проблем нарушения обмена. Щитовидная железа вырабатывает тироксин, это основной гормон, который она продуцирует, и в меньшей степени она вырабатывает трийодтиронин. То есть это вот два гормона, которые вырабатывает эта железа. Потом на периферии, да, уже в органах и тканях, трийодтиронин может превратиться в тироксин. Да, там своя вот эта история метаболизма, превращения этих гормонов. Но суть в том, что тироксина должно быть нормальное количество. Для чего он нужен? Для чего же он нужен? Гормоны щитовидной железы нужны для того, чтобы обеспечить абсолютно всем органам и тканям человеческого организма нормальные процессы метаболизма, то есть обмена веществ. По сути дела, щитовидная железа отвечает за обмен белков, за обмен жиров, за все обменные процессы, то, что вот мы условно называем словами метаболизм. Щитовидная железа отвечает за рост и развитие человека, начиная с периода его внутриутробного развития. Вот в то самое время, когда человек еще находится в утробе матери, в то самое время, когда человек еще называется словом «плод», критически важно для того, чтобы он развивался правильно, это адекватное количество гормонов щитовидной железы. Потому что именно под их влиянием будет происходить закладка, дифференцировка и развитие центральной нервной системы, головного мозга в первую очередь. Поэтому принципиально важное значение гормоны щитовидной железы нужны вот для развития, роста, а потом уже в течение жизни человека для обмена, для обменных процессов, для обмена энергии. И, в общем-то, без гормонов щитовидной железы ничего хорошего не будет. И в свое время, да, это было доказано неоднократно опытом людей, опытом до тех, кто жил задолго до нас и еще не знал, что такое щитовидная железа. И что такое гормоны. Что такое гормоны, зачем нужен йод. И да, вот в те времена просто люди наблюдали за тем, что они видят. И видели, что вдруг, да, рождаются в достаточно большом количестве
дети, которые не могут, которые отличаются от других, да, они не могут держать голову, они поздно начинают ходить, поздно начинают говорить. Когда они начинают это делать, то все равно это все замедлено и заторможено. Потом эти дети вырастали, но не дорастали до среднего уровня своих ровесников. У них формировался зоб. Таким людям давали в руки погремушку, а погремушка в средние века была символом умственной отсталости. Отсталости, да. И вот эти люди с погремушками в руках, да, в большом количестве ходили по тем территориям, которые, да, обеднены адекватным количеством йода. И вот тогда задумались о том, что, может быть, что-то с питанием не так, может быть, что-то есть такое, что провоцирует, да, вот такую вот ситуацию. Екатерина Анатольевна, я можно как такой уточняющий вопрос задам? То есть вот что я услышала из того, что вы сказали? То, что, соответственно, получается при планировании беременности, а мы призываем всех, да, то есть беременность планировать, да, то есть, соответственно, женщина должна понимать свои анализы вообще, и в частности свои анализы по гормонам и по щитовидной железе, с тем, чтобы она могла скорректировать при необходимости, да, то есть и свое питание, и свой образ жизни, и, возможно, принимать по назначению врача какие-то препараты, с тем, чтобы к возможному зачатию и к самой беременности, к этим 9 месяцам, она была готова с точки зрения гормонального фона, чтобы выносить здорового ребенка. Вы знаете, это очень важно, очень правильно, но я бы даже сказала чуть шире. Любая женщина потенциально, да, может стать матерью, да? Практически любая. Да, и большинство женщин к этому стремятся. Поэтому, да, беременность... Да, она должна быть запланирована, но ведь иногда случается и незапланированная беременность. Совершенно верно. Да, и никто этого не отменял. Да. Поэтому женщина всегда, да, вот по сути, с детских лет должна быть, жить в таких условиях, чтобы она была, находилась в таких условиях, чтобы она не получала тех проблем, которые может получить, да, не запланированных. Вот, в частности, связанных с дефицитом гормонов щитовидной железы и дефицитом йода. Поэтому надо разделить, наверное, ваш вопрос на две такие вот части. Давайте. Первая часть – это глобальная профилактика дефицита йода в питании в принципе. То есть любая девочка, потом девушка, потом женщина, которая родилась и проживает на территории природного йодного дефицита, а доказано, что вся территория Российской Федерации таковой является. Так вот, любая должна получать адекватную йодную профилактику. Как это сделать? Каким образом? Что, нужно дать каждой таблетку? Нет, конечно. Да, весь мир уже этот вопрос решил. Нужно обеспечить в таких вот регионах массовое потребление йодированной соли в питание. Почему? Потому что взрослому человеку, в том числе и женщине, которая, да, проживает в этих регионах, нужно получать не менее 150 микрограмм йода в сутки. А мы боремся с потреблением соли. Как нам это сделать? Вот сочетать, да? Я сказала, что любая женщина должна, и мужчина, должна получать не менее 150 микрограмм йода. Йода, каждый день. Угу. Надо понимать, что йод – это микроэлемент, который не вырабатывается в организме человека, не синтезируется. Он должен поступать в организм каждый день примерно в одном и том же количестве. Угу. Поэтому задумались, как же это сделать. Нужно было выбрать тот носитель, который это обеспечит. Таким носителем стала соль, угу. Да? Без соли человек не проживет. Без соли, да, невозможно прожить в принципе, потому что соль, натрий, хлор – вещество, которое абсолютно необходимо для поддержания артериального давления, для нормальной работы надпочечников. Поэтому йод решили, условно говоря, посадить на соль. Угу. Так появилась соль иодированная.
Безусловно, абсолютно все единодушны в том, что потребление самой соли, натрий-хлор, надо снижать. Да, надо снижать, и нужно, чтобы человек, а это будет абсолютно физиологично, употреблял не более чем 3-5 грамм соли в день. Да. Да, это будет нормально. Но вот если эта соль при этом будет еще и йодированной, то человеку будет хорошо. Золотой стандарт. Да. Он получит свою профилактическую дозу йода, даже не задумываясь о том, что он получит эту профилактику. Угу. Мы когда с вами... Да, у себя на кухне открываем кран. Мы что, задумываемся, что нас берегут от дизентерии? И эта вода хлорирована, да, очищена и так далее. Нет, мы открываем кран, пьем, готовим и так далее. То же самое, та же самая идеология заложена в йодировании соли. И на сегодняшний день из 130 стран мирового сообщества, где существует природный йодный дефицит, путем всеобщего йодирования пищевой соли решили полностью вопросы, связанные с йод-дефицитными заболеваниями. К сожалению, из всех стран бывшего Советского Союза этот вопрос не решили на законодательном уровне только Российская Федерация и Украина. Угу. Вот, к сожалению, да, у нас эта проблема не решена. Угу. Поэтому жителям нашей страны пока соответствующие законы проекта готовятся, да, принимаются и так далее. А Министерство здравоохранения Российской Федерации такой закон разрабатывает очень активно. Любому жителю надо посоветовать употреблять в питание йодированную соль. Поэтому женщина, которая когда-то запланирует беременность, употребляя йодированную соль в питание, уже защитит себя от каких-то первичных проблем. Угу. Если... Есть определенные признаки, если есть определенные симптомы заболевания щитовидной железы, а о них мы сейчас тоже поговорим. Обязательно. То, конечно, нужно проверять функцию щитовидной железы. И, конечно, на этапах и планирования беременности, и ее наступления совместно с врачом-эндокринологом назначать соответствующее лечение и очень четко мониторировать его на протяжении всей беременности, а потом еще и периода кормления. Потому что в период лактации, в период грудного вскармливания, а, кстати, грудное вскармливание – это очень важно, потому что ребенок, родившийся, он опять же йод откуда получит? Он же не ест ни йодированную соль, ну, конечно, ни морепродукты, он пьет мамино молоко. Да. И он получит вот этот йод с молоком матери, и он получит его в достаточном количестве, если мама тоже им обеспечена нормально. Но я же правильно, мама, я прошу... Кстати, это я даже прошу прощения, я, видите, разговорилась. Прекрасно, А мама, кстати, помимо того, что она кормит грудью, и у нее ребенок защищен от йодного дефицита, она еще защищает себя при этом от ожирения, которое могло бы развиться у нее уже в более старшем возрасте. И такие работы, такие доказательства Всемирная организация здравоохранения приводит, и они очень убедительные. То есть йодирование... Да, то есть, будь то самый простой вариант йодирования соли или какие-то БАДы, йодосодержащие, соответственно, закрывают ряд вопросов, связанных с функционированием щитовидной железы и все, что от этого дальше проистекает. Здесь нужно и важно отметить, что когда мы говорим про массовую йодную профилактику, популяционную, то мы говорим исключительно об использовании йодированной соли в питании. Да. Когда мы говорим о здоровье человека, особенно если этот человек беременная женщина, мы ни в коем случае не говорим о биологически активных добавках. Да. Потому что биологически активные добавки не стандартизированы по содержанию йода, невозможно проконтролировать потребление йода с биологически активными добавками. И, собственно говоря, биологически активные добавки относятся к продуктам питания. Да? Вот, в принципе, это продукт питания. И человек сам решает, съедать ему БАД или не съедать. Врачи БАДы рекомендовать не должны для профилактики йододефицитных заболеваний. А помимо всего прочего, здесь есть еще и экономическая составляющая. Йодированная соль, она доступна. Биологически активные добавки, помимо отсутствия доказательств их безопасности,
А беременность – это не время, когда надо экспериментировать над своим здоровьем. Совершенно верно. Да, они отличаются не в выгодную сторону и по своей стоимости. Да. Поэтому профилактика при помощи йодированной соли в питании, а если нужно проводить профилактику в группах риска у беременных, у кормящих женщин, то приоритет отдается лекарственным препаратам иодида калия. Не БАДам, а лекарственным препаратам йода. И это уже назначение врача. Безусловно. Да, это назначение врача. И это принципиально важно знать. Да, да. Спасибо, это очень важный был вопрос вот про БАДы, потому что мы все знаем, да, что они представлены в огромных количествах, и именно доказательной медицины большинство из них не имеют, да. Стоят они большие деньги, да, то есть, и здесь всегда вопрос, хотелось бы получить пользу, но принципиально не навредить. Безусловно. И вы сейчас ответили на этот вопрос, спасибо большое. Но вы знаете, у меня есть еще один вопрос в продолжении того, что вы говорили. Вы говорили, что щитовидная железа отвечает за метаболизм. А метаболизм, то есть он же обмен веществ, конечно, лежит в основе любого ожирения. И вот эти, вот эта терминология, да, разогнать метаболизм, ускорить метаболизм. Люди, которые озабочены, да, то есть вот именно борьбой с ожирением, поддержанием нормального веса, да, то есть эти слова говорят все время. Скажите, пожалуйста, как к этому относиться? Возможно ли разогнать метаболизм? Как его измерить? Что такое энергозатраты? Вообще, о чем идет речь? Вы знаете, я бы сказала, что надо стремиться к тому, чтобы не разогнать метаболизм, да. Не замедлить метаболизм, а его нормализовать и поддерживать в норме. Как вот понять, что он нормальный? Вот. Или что он ненормальный тогда? Значит, если мы говорим в контексте, да, ожирения, да. И мы понимаем, что, в принципе, что такое нормальный метаболизм? Это когда человек получает энное количество энергии, а он получает ее с пищей. С пищей. Да, с пищей. То он должен тратить не менее того, что он получил. И вот этот вот баланс и означает в итоге нормальный метаболизм. Но ведь по сути дела, я прошу прощения, если я, образно говоря, я, да, лежу дома на диване, мало двигаюсь, сижу за компьютером, и, да, то есть, а у нас в такой режим, к сожалению, из-за пандемии перешло огромное количество населения, да, выхожу мало на улицу, и, а если выхожу, ухожу в магазины исключительно пол там часа дышу воздухом, гуляя с собачкой два раза в день, но при этом хорошо кушаю. По-любому любой человек, мне так кажется, с прекрасными анализами и здоровой щитовидной железой все равно наберет вес, потому конечно. Что это несоответствие. Конечно, конечно. Поэтому, да, мы тоже, вот когда мы говорим на эту тему, мы приводим определенные примеры. Например, если вы съели бутерброд с копченой колбасой, будьте любезны, два отработать часа в саду его. Работайте. Да? И вот только тогда вы его отработаете. Совершенно верно. Да, если вы съели кусочек тортика, будьте любезны, час академической гребли. И вот именно эквивалентная этому нагрузка позволит вам сжечь съеденный вами кусок торта. И в следующий раз сильно подумать, в отношении есть или нет. Чудес не бывает. Да, можно съесть что-то, но надо понимать, что потом нужно эту энергию потратить. Поэтому даже если человек не выходит из дома, да, он может делать гимнастику, он может двигаться по дому, он может просто ходить туда-сюда, он может пылесосить свою квартиру. Найти повод для движения можно всегда, и обязательно нужно это делать. А что же касается щитовидной железы и метаболизма. Да, и слов «разогнать метаболизм». Да, и вот этих вот слов. То на самом деле природа, да, привнеся в нашу жизнь определенные заболевания, демонстрирует очень наглядно, что же происходит, если щитовидная железа работает плохо, да, и что будет происходить, если она, наоборот, начнет работать чрезмерно хорошо. Да, вот когда щитовидная железа работает плохо, и когда гормонов щитовидной железы вырабатывается мало, а это случается в первую очередь при аутоиммунных поражениях щитовидной железы, развивается так называемый синдром гипотиреоза, да, пониженная функция щитовидной железы. Гормонов мало, да, тироксина мало, а он отвечает за обмен веществ. Раз его мало, обмен веществ замедляется.
он замедляется, причем замедляется и обмен жиров, обмен липидов. Да? Куда они денутся? Они отложатся в жировых депо. Человек неизбежно прибавит массу тела, если гормонов щитовидной железы недостаточно. Угу. А если представить ситуацию диаметрально противоположную? Да. Гормонов щитовидной железы вдруг становится патологически много. Развивается синдром, который называется тиреотоксикоз. В самом вот этом слове да, таится определение «токсикоз». Конечно. Гормонов очень много. Тоже при других аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы и при ряде йод-дефицитных заболеваний щитовидной железы вот эта история имеет место быть. Гормонов очень много, метаболизм усиливается патологически, угу. и идет распад, в первую очередь распад белка, потом, чуть позже, распад жира. И человек начинает стремительно худеть. Хорошо это или плохо? На каком-то этапе человеку может показаться, что это хорошо. Да? Я вдруг начал худеть стремительно. Но это снижение массы тела, оно патологическое, оно патологически быстрое, и оно сопровождается токсическим влиянием гормонов щитовидной железы, в первую очередь на миокард, на сердце. Поэтому у такого человека основным проявлением тиреотоксикоза будет тахикардия, будет учащение частоты сердечных сокращений, будет снижение массы тела, будет ощущение того, что ему все время жарко. Этот человек будет все время хотеть кушать, у него будет очень выраженный аппетит, он будет есть, но при этом теряет массу тела, потому что все сгорает. Это вот то, что называется, как разогнан метаболизм вследствие избытка гормонов щитовидной железы. И то, и другое состояние, плохое состояние. Плохое. Надо лечить, надо компенсировать. Ну, я, знаете, очень хочу задать вопрос, что я знаю, что раньше, не знаю ли, как сейчас, вот как раз вопрос об этом, существовали как раз методы борьбы с ожирением, когда разгоняли метаболизм именно за счет провоцирование выработки гормонов щитовидной железы. Да, то есть есть ли сейчас такая метода лечения, или она признана опасной в силу того, что вы сейчас говорили? Да? Вот как обстоит с этим? Вы знаете, действительно, человечество все время думает над тем, как же вылечить ожирение, как же помочь людям похудеть. И понимая, что гормоны щитовидной железы таким вот образом действуют, да. конечно, были попытки использовать их для лечения ожирения. Но, как я уже сказала, побочные эффекты очень серьезные. Это влияние на миокард. Сердце, да. Да. И вот это вот влияние, оно явилось основополагающим, из-за которого это перестали делать. Ведь главное не навредить. Главное вообще в любом лечении, да, главный принцип – это принцип безопасности. Да, как это ни удивительно, не эффективности, а безопасности. И вот назначение гормонов щитовидной железы для лечения ожирения небезопасно. Поэтому сегодня от этого отошли. Хорошо. Тогда я, с вашего позволения, так как у нас вообще лейтмотив проекта «Здоровое питание», да, то есть, который ведет Роспотребнадзор, это борьба с ожирением через разное, и через качество и безопасность продуктов, да, которые человек употребляет, и через разъяснительную работу, то есть через разное, но борьба с ожирением. Каким образом безопасно можно, вот принятым словом, разогнать метаболизм? Как? Важный вопрос, он очень важный, потому что распространенность ожирения колоссальна. Да, к сожалению. Во всем мире и в России в частности. Что в России происходит? Да? Каждая третья женщина, россиянка, и каждый пятый мужчина имеют проблемы с массой тела, с избытком массы тела. Да? Вот избыточная масса тела – это еще не ожирение, это как бы предожирение. Да? Но, тем не менее, огромное количество людей имеют эту проблему и болеют уже болезнью под названием ожирение огромное число жителей нашей страны. Конечно, важно заниматься профилактикой, и заниматься лечением. Поэтому в лечении ожирения, в принципе, существует несколько взаимосвязанных друг с другом подходов.
И первый из них – это не медикаментозный подход. Это как раз то, о чем вы спрашиваете, да? Это нормализация образа жизни, нормализация питания и нормализация физической активности. Это вроде бы прописные истины, но если не заниматься этим и не заниматься этим серьезно, никакая волшебная таблетка, никакой волшебный препарат... Все мечтают только об этом. А на сегодняшний день инфекционные препараты, в том числе для лечения ожирения, появляются, и они будут появляться, но они не будут работать, если человек будет заедать эту таблетку плюшками. Никогда не будут работать, понимаете? Поэтому очень важно научить, да, человека правильно питаться, очень важно воспитать культуру питания, начиная с детства, потому что культура питания закладывается в семье. И ребенок, да, живя со своими родителями, он будет есть то, что они ему поставят, конечно, на стол. Да? Он будет есть в таком количестве и так же, как это делают мама и папа. Он сам еще не может купить себе вредные какие-нибудь там продукты, которые, да, мы не позиционируем как здоровое питание. А кто ему их покупает? Их приносят домой родители. Да, порой от чистого сердца. Ну, да, как же не дать малышу сладенькое? Да, а вот, да, как же не дать ему какие-нибудь чипсы и не запить их газировкой? Угу. То есть это вот начинается в семье. Поэтому нужно учить людей питаться правильно, нужно воспитывать это, и не только на уровне семьи, но и на уровне государства. Вот. И адекватная физическая активность, она тоже должна разъясняться людям и разъясняться пациентам. Что касается вот этого сегмента, я сказала слово «обучить». Да? И вот в стенах Национального центра эндокринологии уже более чем четверть века существует школа для пациентов, да, с избыточной массой тела, для пациентов с ожирением. Существует школа для пациентов с сахарным диабетом и ожирением. И за вот эти вот 25 лет через эту школу прошли тысячи наших больных. Мы анализируем опыт, да, вот этого вот структурированного обучения. И мы видим, насколько успешнее худеют те люди, которые обучены, которые получили соответствующие, да, вот эти вот знания. Это очень важно, потому что когда человек пытается сам вдруг, вот я сегодня проснулся, начинаю я жизнь с понедельника, и сегодня, да, я начинаю правильно питаться. Да. Да? Я выбрасываю такое все из холодильника, да, и начинаю есть шпинат. Да, вот я ем этот шпинат, или у меня там бегает по холодильнику один листик салата, да, вот я его, угу, два дня пожую, на третий я срываюсь, конечно, да, и оторвусь, угу, да, вот так и происходит. И вот это нарушение пищевого поведения, которое так свойственно людям с избыточной массой тела и ожирением, оно должно лежать во главе угла оказания им помощи, потому что кто-то заедает стресс, кто-то, да, ест за компанию. Кто-то встает ночью и крадется, да, в холодильник. А кто-то просто по привычке. Кто-то по привычке. Поэтому очень важно, чтобы вот в такой вот команде, а здесь очень важно, чтобы была полипрофессиональная команда специалистов. Совершенно верно. Я как раз хотела... Которые будут оказывать, угу, эту помощь. Екатерина Анатольевна, я как раз хотела, знаете, у вас уточнить, и, да, то есть еще раз, чтобы это прозвучало, что в, назову коротко, в ЭНЦе, в центре, 25 лет работает школа борьбы с ожирением. И это, да, помимо того, что работает в Москве, и этот опыт, безусловно, еще транслируется в регионы. Это раз. Второе. То, что любой желающий, у которого уже есть проблема, или он считает, что только думает, что она у него может возникнуть, или он озабочен, что эта проблема может быть у его детей, да, потому что есть предрасположенность по генотипу, да, то есть он может пройти обучение в школе вашей борьбы с ожирением. Меня в этом смысле интересует, знаете, чисто такие подробности. Как человек может попасть в эту школу?
Да, то есть что он должен сделать. Второе, как долго проходит это обучение. Третье, это обучение, возможно ли то, что сейчас используется и очень популярно, как телемедицина, то есть или нужно только очное присутствие. Если платно ли это или это бесплатно? Кто из специалистов работает в школе борьбы с ожирением? И, что принципиально, сопровождают ли пациента по окончании им школы? То есть вот эту этапность, чтобы человек понимал, как он в это может войти, да, то есть кто с ним будет работать, что он получит, как долго, за какие деньги и что потом. Ну вот вы, да, затронули такой важный, важный момент, потому что, да, в самое ближайшее время в стенах НМИЦ эндокринологии откроется центр патологии метаболизма и лечения ожирения. То есть все то, что происходит сейчас, да, оно как бы обретет такую вот официальную составляющую. Вот. Но вот внутри этого центра, да, существует и школа для пациентов с ожирением. Каким образом попадают туда пациенты? Пациент может прийти к нам на амбулаторный прием. Да? Он может обратиться к нам, прийти на амбулаторный прием, записавшись в регистратуре. Его будет консультировать врач-эндокринолог, который поймет, что да, этот пациент имеет проблемы, и этому пациенту было бы неплохо пройти вот эту вот школу. Да. Пациенту предложат пройти эту школу и в ряде случаев предложат сочетать ее с стационарным лечением, как вариант. В ряде случаев прохождение вот такой школы вместе со стационарным этапом, да, будет покрываться из средств государственных гарантий, потому что человек в рамках ОМС может госпитализироваться к нам с проблемами ожирения, да, и, по сути дела, получить и лечение, и обследование, и обучение. Да. Ряд пациентов на договорной основе имеют возможность пройти эту школу, потому что, с одной стороны, это эффективно, с другой стороны, это по времени не займет слишком большую продолжительность. Ну, школа, например, рассчитана на 3-4 дня интенсивного структурированного обучения. То есть 3-4 полных дня. 3-4 полных дня вот это вот обучение. В этой школе принимают участие не только эндокринологи, а поскольку сам по себе вот этот вот, да, пул специалистов, которые занимаются ожирением, он такой вот поликомандный. Кто там это? Эндокринологи. Там психологи, диетологи, специалисты по медицинской реабилитации, гастроэнтерологи, гинекологи и андрологи, кардиологи. Ну, то есть вот ровно те 360 градусов, абсолютно, которые представлены в центре эндокринологии. Да, безусловно. Они будут и вовлечены вот в проведение такой школы, и, безусловно, они все будут заниматься этим пациентом, если он находится в стационаре. Да. Более того, пациент может все то же самое получить на амбулаторном звене, да, соответственно, не обязательно для этого ложиться в клинику. Амбулаторная помощь, она доступна, и на сегодняшний день у нас разработаны такие пакетные программы, да, сосредоточенные на определенных осложнениях ожирения, сопутствующих проблемах. И можно выбрать из вот этого спектра пакетных предложений то, что индивидуально подойдет каждому конкретному человеку. Когда человек это пройдет, когда будет уточнен диагноз, когда будет назначено индивидуальное лечение, этот человек ни в коем случае не должен остаться один в своей жизни да, один с собой. На один с собой. Поэтому крайне важно сопровождение. Да. Это тоже предусмотрено. И на сегодняшний день мы говорим даже, знаете, в кавычках, о такой клубной программе для наших пациентов. У нас существует прикрепление пациентов на вот такой вот мониторинг как минимум на 12 месяцев.
И такого человека сопровождают в первую очередь специалисты-диетологи, потому что очень важно, да. Что касается технологий, безусловно, здесь используются и телемедицинские технологии, да, и для общения, и для консультирования. Они могут перемежаться сочными визитами. То есть все это вполне возможно и доступно. Угу. Наши пациенты, поскольку наш центр эндокринологии является головным, да, учреждением по эндокринологии в нашей стране, то наши пациенты имеют возможность первыми попасть в число тех, где проходят впервые назначаются новые лекарственные препараты. Понимаете? Ну, то есть на них есть, не исследуют дела, эти препараты, это уже все то, что, ну, это нужно пояснить. Значит, да, то есть... здесь, понимаете как, существует понятие клинические исследования, да. Да, и пациенты могут быть включены, да, в последнюю фазу. Ну, с их согласия, да. С их информированного согласия, так как это происходит. Угу. Но поскольку это третий этап, как правило, да, это мы понимаем, что это препараты, которые вот-вот выйдут на рынок. Мы, угу, да, понимаем их профиль безопасности. Да. Да, и имея возможность порой получить очень дорогостоящий препарат, да, наши пациенты его получают, включившись вот в эти клинические, угу, исследования. Вот, все протоколы клинических апробаций новых методик инновационных, они тоже здесь. Поэтому это все тоже возможность для наших пациентов получить бесплатную помощь в государственном учреждении. Это тоже очень важно. Это очень важно. И знаете, я еще, если можно, не могли бы вы мне, да, то есть ответить, каким образом люди, живущие не в Москве, а таких большинство, uh-huh, соответственно, uh-huh, могут к вам попасть? И есть ли в регионах, да, то есть в школах, которые представлены в регионах, вот эти все возможности, о которых вы сейчас говорите? Вы знаете, мы же называемся, вот если расшифровать буквы в, да, аббревиатуре названия, да, нашего учреждения, ФГБУ. Мы федеральное учреждение. То есть мы, да, рассчитаны на то, что мы оказываем помощь людям со всей нашей России, страны. Мы федеральный центр. С другой стороны, мы национальный медицинский центр, и на нас возложена функция координировать эндокринологическую службу страны, чем мы занимаемся. Угу. Поэтому мы находимся в очень тесной связи с главными внештатными специалистами-эндокринологами абсолютно всех регионов Российской Федерации. Мы постоянно, да, обсуждаем наших пациентов и оказываем в том числе консультативную помощь по телемедицине в регионы по системе врач-врач, врач-пациент. Да, это уже отлаженный канал оказания, mm-hmm, помощи. И как федеральный центр в рамках государственных гарантий мы принимаем пациентов у нас из всех регионов нашей страны. Люди к нам могут поступить, имея соответствующее направление по ОМС, угу, а также могут поступить к нам, имея соответствующее направление по ВМП, высокотехнологичной медицинской, угу, помощи. И в рамках, кстати, вот такого вот направления пациенты с ожирением, с морбидным ожирением, тяжелым ожирением, могут получить у нас бесплатно хирургическое лечение ожирения. Потому что бариатрический хирург, да, это еще один член команды, да, да, специалистов, которые занимаются ожирением. И существуют определенные показания для проведения хирургического лечения ожирения тогда, когда ожирение очень выражено, тогда, когда оно имеет осложнение. Угу. В первую очередь, сахарный диабет, нарушение углеводного обмена. Да. И такие пациенты получают очень дорогостоящее хирургическое лечение бесплатно для себя. Это, прекрасно, да, в рамках государственных, да, гарантий ОМС происходит. ВМП. Это ВМП. Уже ВМП. Это ВМП. Хирургия, да. ВМП. Это ВМП, да. А ОМС – это, да, лечение в отделениях терапевтического, угу, профиля. Это обследование, подготовка, угу, да, коррекция терапии и так далее, и так далее.
Екатерина Анатольевна, вы знаете, у нас, к сожалению, остается не так много времени до конца эфира, а говорить мы с вами можем бесчетное количество часов, потому что такая тема, да, то есть и мы обязательно к ней будем возвращаться не единожды, да, то есть, но я, с вашего позволения, пока у нас остается еще время до конца эфира, очень много вопросов, вот я открываю телефон, продолжают приходить, и я хотела бы, так как, да, то есть у нас сегодня Международный день щитовидной железы, да, то есть вот остаток нашего эфира посвятить этим вопросам. Скажите, пожалуйста, какие основные симптомы заболевания щитовидной железы? Как бороться с одутловатостью при лечении щитовидной железы? Основные симптомы заболевания щитовидной железы сопряжены с ее функцией. Если у человека гипотиреоз, если функция щитовидной железы снижена, то, что мы видим? Слабость, сонливость, одутловатость лица, пожелтение кожи, брадикардию, замедление пульса, апатию, да, вплоть до развития депрессивных состояний, склонность к запорам, сухость кожи. Все это проявление, да, гипотиреоза, снижение функции щитовидной железы. Назначение заместительной терапии препаратами гормонов щитовидной железы поможет с этими симптомами справиться, в том числе с одутловатостью лица, которая так характерна людям с гипотиреозом. Хорошо. Так, здравствуйте. У тети удалили щитовидную железу. Может ли это влиять на частые респираторные инфекции? Если тетя после удаления щитовидной железы получает адекватную заместительную терапию препаратами гормонов щитовидной железы, то нет, не может. Хорошо, но, видимо, вот следующий вопрос, вы ответ уже сказали. Подскажите, пожалуйста, как выровнять гормональный фон после операции на щитовидке? Прийти к врачу-эндокринологу, он рассчитает вам расчетную дозу препаратов, которые нужно принимать, назначит. Расскажет, когда нужно сделать контрольный анализ крови на тиреотропный гормон, чтобы оценить адекватность назначенной терапии. При необходимости скорректирует дозу препарата. Расскажет, как его правильно принимать, чем запивать, а чем не нужно. Да, нюансы имеют значение. И все будет хорошо. Гипотиреоз – управляемая ситуация. Просто нужно делать это с врачом, безусловно. Такой вопрос еще есть в отношении корректировки рациона питания, но мне кажется, что мы уже проговорили про йодированную соль, да, то есть, которая, соответственно, как профилактика, да, хорошо работает. Может быть, какие-то продукты с повышенным содержанием йода также будут полезны? Безусловно, рацион должен быть разнообразным. Да? Йодированная соль – это база. Да? Да. Это необходимая база, и мы как аксиому это понимаем. Вот. Но так обязательно в рацион надо включать морскую рыбу, морепродукты, побольше зеленых овощей. Да, морская капуста, вот. Опять же. Морская капуста, да, время от времени, но морская капуста не должна быть каким-то лекарством. Вот если вы там съели, да, там салатик в течение недели один раз, ну и прекрасно. Но вот есть морскую капусту каждый день не нужно, там очень много йода, можно и перестараться тоже. Вот, поэтому я говорю, что рацион должен быть разнообразным, да, по возможности включать в него морепродукты, да. Вообще вот эта вот так называемая средиземноморская диета, да, о которой так много говорят, она очень полезна. Она полезна и для щитовидной железы, и для поддержания нормальной массы тела. А про зеленые вы начали говорить, зеленые овощи, фрукты, зелень. Нет, ну это полезно, свежие, не обработанные. Свежие, да, именно вопрос в свежести. Вопрос в свежести, да. И, наверное, да, то есть вот я еще раз хотела бы подчеркнуть, вот эти морепродукты, да, то есть они у нас, к сожалению, страна не доедает в основе своей, да, то есть именно морепродуктов, именно рыбы переедает мясо, и именно жирного мяса, да, то есть вот еще раз обратить внимание про то, что морепродукты, да, то есть в любом виде, соответственно, очень показаны, конечно, и очень полезны. Конечно. Понимаете, мы же не говорим о том, что нужно каждый день съедать по две устрицы, да? Нет, конечно. Нет. Но позволить себе заменить, да, мясо на рыбу хотя бы два раза в неделю. Хотя бы два раза в неделю. И это надо делать. Это
полезно и с точки зрения, кстати, профилактики рака толстой кишки. Это тоже надо помнить, да? Снижаем потребление красного мяса не только для того, чтобы бороться, да, с избыточной массой тела, но и для того, чтобы профилактировать онкологические заболевания. Заменяем мясо рыбой для того, чтобы получить больше йода и для того, чтобы, да, удержать свой вес. Но потом, помимо всего прочего, да, то есть это еще и вкусно. И свои, да, то есть гастрономические пристрастия нужно и развивать, и расширять, и, соответственно, не мясом единым, то, что называется. Ну, конечно, конечно. Хорошо, еще тогда вопрос. Что делать, если при обследовании выявили узел щитовидной железы? Опасно ли это? Вот если мы возьмем аппарат УЗИ, выйдем на улицу в любом городе Российской Федерации, то те или иные узловые образования мы найдем у каждого 5-10 человека, потому что, к сожалению, мы живем в йододефицитных регионах. Чаще всего 90% этих узлов будут безобидными коллоидными узлами, которые связаны с хроническим дефицитом йода в питании. Но остается еще 10%, да, которые станут опухолями. Поэтому, когда обнаружен узел в щитовидной железе, то врач, проводящий ультразвуковую диагностику, опишет этот узел по специальной классификации, которая классификация ТИРАЦ, которая сориентирует эндокринолога, есть ли тут риск наличия опухоли или нет. Если этот риск есть, то будут соответствующие признаки этого узла при ультразвуковом исследовании. И тогда надо будет обязательно сделать биопсию, пропунктировать иголочкой, взять материал из этого узла, посмотреть под микроскопом, из каких клеток он состоит, и только это позволит поставить окончательный диагноз. Если это опухоль, ее надо оперировать. Если это банальный узловой коллоидный зоб, связанный с йодным дефицитом, за ним можно наблюдать, да, но не забывать употреблять в питании йодированную соль. Но рассосаться он не может. Нет, не может. Он уже образовался, он уже инкапсулировался. То есть главное, чтобы он никуда не разросся и ни во что не переродился. Узловой коллоидный зоб не может переродиться в рак. Да? Изначально возникает либо одно, либо другое. Поэтому важно сначала развести, да, вот на этапе диагностики. Что имеет человек? Если человек имеет узловой коллоидный зоб, который вроде бы безопасен, надо понимать, что с течением жизни, да, с течением времени он может расти, да, он просто механически будет расти и может привести к развитию так называемого синдрома компрессии. Он будет давить на пищевод, на трахею, и вот тогда придется оперироваться. Либо по определенным законам биологии этот узел коллоидный, который не опухоль, да, вот, он начнет сам очень активно вырабатывать гормоны щитовидной железы, и он станет причиной тиреотоксикоза. И мы очень часто это видим у людей пожилого возраста, которые имеют нарушение ритма сердца, связанные с развитием тиреотоксикоза из-за того, что у них есть вот эти многоузловые зобы, которые приобрели соответствующую автономию. Да. Поняла. И то есть все равно это получается йодированная соль как профилактика, а лечение какое-то существует? Лечение узлового коллоидного зуба, да, оно производится тогда, когда есть уже компрессия, и тогда это хирургическое лечение. А когда вот развиваются вот эти очаги активные, то это терапия радиоактивным йодом, это радио-йод-терапия. Да, и человек, получающий этот вид лечения, по сути, да, получает операцию без ножа. Щитовидная железа отключается, как бы, да, и вот эти вот очаги перестают вырабатывать много гормонов. Понятно. Так, ну вот как раз про гормональную терапию, что при лечении заболеваний щитовидной железы часто назначают гормональную терапию. Многие пациенты боятся, так как принято считать, что это может привести к набору веса. Так ли это? При заболеваниях щитовидной железы назначают терапию гормонами щитовидной железы. Тем самым тироксином, а мы с вами вспомним, для чего он нужен. Для того, чтобы метаболизм был правильным. Да. Поэтому тироксин никогда не приведет к набору массы тела. Наоборот, если его назначили, значит, у человека был гипотиреоз со сниженным метаболизмом, и тироксин, наоборот,
да, будет восполнять вот тот недостаток энергии, который есть, и человек, наоборот, похудеет. Это терапия, да, нацелена на то, чтобы нормализовать метаболизм. Поэтому терапия гипотиреоза препаратами гормонов щитовидной железы с точки зрения массы тела, наоборот, да, дает положительный результат. Человек, наоборот, похудеет, когда компенсирует гипотиреоз. Екатерина Анатольевна, ну, на самом деле, вот я сейчас читаю вопросы, которые, да, то есть у меня собраны, мы в той или иной форме на все из них ответили, да, то есть про постоянную жажду, uh-huh. которая может быть uh-huh. сигналом, мы уже говорили, uh-huh. да, соответственно, uh-huh. про одутловатость мы говорили, а про то, что если вдруг человек занимается спортом, не переедает, но при этом вес uh-huh. и не уходит, или наоборот растет, uh-huh. мы тоже говорили, что это может быть показатель, yeah. да, то есть yeah. именно yeah. работы yeah. щитовидной железы. Скажите, пожалуйста, как часто нужно делать то, что называют сейчас словом чекап, то есть проверять свой, в нашем случае, гормональный фон и делать УЗИ щитовидки, чтобы быть спокойной. Неважно, да, то есть планирует ли человек беременность, или он уже в том возрасте, когда для него это не актуально, а многие женщины, да, то есть у нас вышли из репродуктивного возраста, и организм, да, то есть с организмом начинают происходить изменения другого рода гормональные. Вот как часто проверять, на что обращать внимание? Ну, знаете, ведь не зря существует в нашей стране такое понятие, как диспансеризация uh-huh. и диспансерный осмотр. И, в общем-то, да, надо вот просто проходить вовремя диспансеризацию. Это раз в год? Это раз вот, в два года? Как? Да, это для определенных категорий людей раз в год, для uh-huh. определенных категорий раз в 3 или в 5 лет. Да, но uh-huh. есть свои вот требования к этому. Надо, когда нужно, надо проходить. Вот. И, в принципе, для того, чтобы человек прошел эту диспансеризацию, его должен на это стимулировать его работодатель. Работающий человек обязательно пройдет ее. Да? Во время этой диспансеризации врач-терапевт, который врач первичного звена, врач-терапевт, он обязательно должен пропальпировать щитовидную железу, прощупать ее да. и собрать определенные жалобы, если таковые имеются. И вот если на этом этапе что-то будет заподозрено, то человека направят на так называемый второй этап, где у него возьмут анализ крови на гормоны и сделают ему УЗИ щитовидной железы. Делать УЗИ щитовидной железы самому, например, да, вот угу. приходить вот куда-то, да, да. Вот, и делать, ну, не возбраняется. На самом деле это процедура, которая не имеет каких-то противопоказаний. Угу. Только смысла большого, да, вот в этом мониторировании нет, если нет для этого поводов. Все-таки повод для УЗИ – это когда врач что-то пропальпировал, да, либо увеличенную щитовидную железу пропальпировал и заподозрил увеличение ее объема, либо нащупал в этой щитовидной железе узелок. Да, тогда уже вот такой ежегодный мониторинг на фоне угу. лечения и так далее, он будет нужен. Что касается оценки функции щитовидной железы, то да, сегодня во время, да, первый триместр беременности в протоколы ведения беременных это заложено. Обязательно на определенных этапах проверят уровень тиреотропного гормона. В остальных же случаях только при наличии каких-то проявлений какой-то симптоматики все-таки должен решить врач. Если человек хочет, ну вот хочу я и хочу вот выяснить, да, правильно ли работает у меня щитовидная да. железа. Значит, тогда можно пойти в любую лабораторию и сдать анализ крови на тиреотропный гормон. Вот один единственный показатель. Угу. Но он сразу нам ответит, есть проблема или нет или проблемы. Нет. Если проблема есть, тогда идем к врачу и уже более углубленно обследуемся. Угу. А так только ТТГ. Это главный маркер, угу. который говорит о том, какова функция щитовидной железы вот у этого человека. Скажите, пожалуйста, и так как мы сейчас уже прям заканчиваем угу. эфир, последний вопрос, вот, который мне, я сейчас посмотрела, пришел. Для мужчин и женщин, да, то есть то, что называется 45 плюс, 50 плюс, угу. да, происходят разные изменения в организме. Мы, да, то есть у нас буквально неделю назад был угу. прямой эфир с директором вашего центра угу. репродуктивной медицины, да, Еленой Николаевной Андреевой, угу. которая угу. подробно рассказывала, что вопрос касается не только женщин, угу. да, климактерического периода, но об абсолютно точно такой же, в полной мере, только с другими проявлениями. Это касается мужчин. К
чему я это? К тому, что эта категория, там, назовем так, 50+, которая с другой стороны подвержена риску, да, гормональной уже перестройки, на что должна обращать внимание, да, то есть вот при контроле за своим здоровьем. Угу. У женщин, как правило, набирается вес. И это уже не потому, что они наедают и лежат на диване, а потому что перестройка. А нужно ли, да, то есть вот сознательно контролировать именно ТТГ, то есть его показания, так же, как и у мужчин. Угу. Вот угу. На что обратить внимание этой возрастной группе? Ну, надо понимать, что в этой возрастной группе что мы увидим чаще из патологии щитовидной железы? Мы чаще увидим многоузловой зоб, чаще, именно с развитием вот этой функциональной автономии, да, и возможностью развития тиреотоксикоза. И мы чаще увидим так называемый субклинический гипотиреоз, когда функция щитовидной железы, наоборот, снижена, но снижена очень незначительно. И вот распространенность субклинического гипотиреоза и собственного гипотиреоза в старших возрастных группах, она, да, более выражена, чем у более молодых. Поэтому, да, уровень тиреотропного гормона можно и нужно контролировать. Да, и при отклонении от нормы прийти к врачу. Ну, а врач уже пропальпирует щитовидную железу и дальше направит на... То есть существует медикаментозное какое-то лечение, конечно, у этого, да? То есть... Естественно. Да, принимая во внимание, что физиологически, да, функция щитовидной железы в более старших возрастных группах, да, она чуть снижается. Но при этом уровень ТТГ не должен выходить за рамки так называемых референсных значений. Понимаете? То есть вот если для молодого человека таким вот золотым стандартом, например, уровень ТТГ, да, это там 0,8, да, там 1,5, это вот хорошо. Да. Да? Хотя, да, это все вот в рамках нормы. То для пожилого человека пусть этот ТТГ будет 3,8, 4, да, это вот для него физиологично. И то, и другое норма, да. Но вот этот разброс внутри этой нормы, он зависит и от возраста в том числе. Хорошо. Екатерина Анатольевна, спасибо вам большое. У нас сегодня такая неисчерпаемая тема, то есть и мы ее затронули именно с вами в первый раз. У нас будет, я очень на это надеюсь, если вы найдете возможность и у вас будет желание, да, то есть продолжить эту тему. И, соответственно, я бы очень хотела в следующий раз встретиться с вами, когда вы откроете уже центр именно борьбы с ожирением, да, то есть когда ваша школа перерастет в совсем, да, то есть такое уже большое отдельное направление, да, то есть с тем, чтобы можно было его и представить, и вы более подробно рассказали, да, то есть что в нем происходит, какое количество людей в нем могут проходить, да, то есть свое лечение, да, то есть я уверена, что это интересно не только мне, но и нашим зрителям. Спасибо вам большое, и я желаю вам здоровья, и очень надеюсь на скорую встречу с вами по анонсированному вами поводу еще раз в отношении, да, то есть вот центра борьбы с ожирением. Спасибо большое вам, спасибо нашим уважаемым слушателям, да, и, ну и мы говорим, эндокринологи, что гармония в гормонах, поэтому всем желаем гармонии. Спасибо, да, большое. Спасибо. Да, дорогие друзья, всего вам доброго. И спасибо, что вы нас смотрели. Пишите ваши вопросы в комментариях к данному эфиру. Соответственно, мы на них постараемся отвечать и перенаправлять непосредственно к Екатерине Анатольевне Трошиной для того, чтобы вы могли получить консультацию хотя бы в ответе на ваш вопрос. Всего доброго, будьте здоровы.